В округе приступили к ликвидации стихийных свалок в лесном массиве. Первые навалы мусора уже убрали и вывезли на полигон. Какая ответственность предусмотрена для нарушителей, узнал Богдан Колесников. На территории Малаховского участкового лесничества рейд проводят совместно с сотрудниками Люберецкой администрации. В ходе инспектирования выявлены навалы бытового и строительного мусора в лесной полосе рядом с деревней Лукьяновка. Действительно, очень большая проблема – несанкционированные свалки, особенно на территориях лесфонда. В прошлом году было ликвидировано 41 свалка. Общий объем вывезенного мусора достигал 1088 кубических метров. Динамика пошла на снижение по количеству свалок. То есть, если по прошлому году на конец апреля у меня было зафиксировано на нашем округе порядка 12 свалок, то в этом году это вот первая свалка. Нам администрация скидывает заявки, и по заявкам мы убираем. Что-то идет на сортировку, что-то на полигон Тимохова вывозится, что-то на пилораму. Ну, то есть все по фракциям делится и распределяется. Помимо фотоловушек, которые фиксируют нарушителей, выбрасывающих мусор в лесу, управлению по охране окружающей среды и лесным инспекторам помогают жители. Когда вы гуляете и увидели, что едет машина с мусором, пожалуйста, фиксируйте номера этих машин, отсылайте в управление нашей экологии. Только сами жители могут полностью проконтролировать, сколько мусора выбрасывают, где выбрасывают, и оперативно об этом уже доложить. Второй год я наблюдаю, как у нас очень активно администрация выводит мусорные свалки из леса. Мы очень благодарны, что такая программа в Московской области появилась. Навалы строительного мусора рабочие убрали в течение часа и приступили к следующей точке, которая находилась в нескольких метрах. Лесники напоминают, при несоблюдении правил пожарной и санитарной безопасности в лесах нарушитель привлекается к административной ответственности. Нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей на гражданских лиц и по нарастающей на юридические лица. Может быть наложен штраф от 250 тысяч рублей. Обе свалки в лесополосе рядом с Лукьяновкой ликвидировали за несколько часов. Общий объем мусора составил около 10 кубов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.